Привет, Мэтт! У тебя новый напульсник? Тебе очень идет. Ты, похоже, много тренируешься. Сделаю пару кадров. Чем это Кейт занимается? Она что, фотографирует Мэтта? О, она думает, что я не вижу. Дай сюда. Что ты делаешь? О, нет, она ему все покажет. Мэтт, смотри, что Кейт делала на телефоне. Погоди, что это? Селфи? О, фух, меня спасло случайное селфи. Дженнифер, и что в этом такого? Может, ты уже вернешь Кейт ее телефон? Ладно. Вот твой телефон, Кейт. Дженнифер всегда меня достает. Но в этот раз она была права. Пусть это останется моим маленьким секретом. Со стороны казалось, что она тебя фотографирует. Джен, хватит уже. Я пойду с ней поговорю. Привет, Кейт. Прости, что Дженнифер забрала твой телефон. Она думала, что ты... О, ты реально меня фотографировала? Я знаю, она была права. Прости, прости, прости. Послушай, все нормально, правда? Давай кое-что покажу. Это заставка на моем телефоне. Это же я! На твоем телефоне? А, черт, тут как-то жарковато стало, да? Ой, звонок. Физкультура закончилась. Пойдем вместе на следующий урок. Да, было бы круто. Что произошло? Так нечестно. Это худший день в моей жизни. Добавь еще пару штрихов. Да, как смешно. О, всем привет. О май гад, это Кейт. Какое совпадение. Похоже, своим рисунком мы вызвали вонючку. Да, тут попахивает. Она ничего не поняла. Кейт, ты когда-нибудь такое видела? Вот, это тебе. Не бойся, когда будешь использовать впервые. Спасибо, наверное. Кейт, побрызгай этим подмышки. Ладно, пошли на урок. Эй, что это там на зеркале? Кейт воняет? Что? Я плохо пахну? Ничего не чувствую. Надо это стереть. Ладно, попробую рукавом. Не получается. Что-то же должно помочь. Может, вода? О, дурацкие школьные раковины. Бесполезно. Теперь все это увидят. Получи, вонючка Кейт, зеркало. Не могу на это смотреть. Эй, минуточку. Рисунок пропадает. Это из-за дезодоранта? Попробуем еще раз. Это из-за него. Маркер сходит с зеркала. Не осталось ни пятнышка. Потрясающе! Фух, проблема решена. А знаете что? Пора заняться творчеством. Сейчас достану свой маркер. Сначала напишу имя вот здесь. Готово! Так гораздо лучше. Из-за всего этого пить захотелось. Это должно помочь. О, почему бутылка не открывается? И как теперь утолить жажду? Эй, Дженнифер! Что тебе надо? Не могу бутылку открыть. Поможешь? О, мерзость! Убери это от меня. Ой, прости. Кейт, давай я открою. Правда? Боже мой, спасибо!
Вот, держи. Спасибо большое, Мэтт. Спасибо большое, Мэтт. То, что надо. Не могу поверить, что он ей помог. Только посмотрите, как она жадно пьет. Минуточку, у меня появилась идея. Это было что-то. А теперь выбросим бутылку. Вот и мой шанс. Надо приготовить телефон. Отлично, потрясающий ракурс. Готово. О, да, это будет эпично. Поменяем немного здесь и здесь. О, да, очень круто. Супер, и отправить всем. Ну что, они уже получили? О, сообщение пришло. О, бедная Кейт. Эй, это еще что? О май гад, это же Кейт. Вон она сидит. Что случилось? Почему все смеются надо мной? Проверь телефон, Кейт. И что там такое? Видео? Это же я. Что? Я не доставала ничего из мусорки. Я выбросила ее в мусорку. Это видео в обратном порядке. Все подумали, что я ем из помойки. Да, классно. Так смешно. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше отличных роликов. Бра, что-то холодно. Надеюсь, автобус скоро приедет. Дождь, но у меня нет зонтика. Я же вся промокну. Привет, я Мэтт. Вставай под мой зонтик. С удовольствием, спасибо. Боже мой, вот это преображение. Вот это да. Давай куда-нибудь сходим. Давай. О, это все фантазии. Но вот дождь вполне реальный. О, это же Мэтт из моих фантазий. Привет. Он идет ко мне. О, я так рада, что у тебя с собой зонтик. Отлично. Ну что, пойдем? Наверное, быть популярной так круто. О, нет. Я все промокла. Зацените эту помаду, девочки. О, боже, тебе так повезло. Я знаю, она самая лучшая. Мои губы будут смотреться так круто. Девочки, куда вы делись? Серьезно? Просто дыши. Упс. Этот цвет вам идет. Хорошая попытка, но ты знаешь правила. Никакого макияжа. Ну, может, мы и договоримся? Похоже, это значит нет. Надо посмотреть, как я выгляжу. О, нет, я без макияжа. Но у меня всегда есть кое-что. Секретный запас макияжа для экстренных случаев. Я это возьму. Никакого макияжа. Так нечестно, это просто отстой. Какой во всем смысл, если я не могу блистать? Жизнь так пуста без косметики. Постойте, я знаю. Использую эту замазку, как раз то, что мне нужно. Для начала выльем всю жидкость, например, в это блюдце. Позже еще пригодится. Теперь нужно вымыть бутылочку. Затем возьмем любимый блеск для губ. Можно использовать пипетку, чтобы извлечь его из тюбика. Это облегчит задачу. И ничего не испачкается. Итак, переливаем блеск в бутылочку из-под замазки. Наполню ее целиком. Вот так, достаточно. И закроем крышку. Я такая умная! И мои губы будут потрясающими. О, да, какое классное чувство! Мне так этого не хватало. А? Что ты делаешь? Вау, мне тоже нужно. Возьми это! Окей, девочки, в очередь. Спасибо, Эсси. Дай мне, дай мне. Ты супер. Вау. Приятно иметь с вами дело.
Итак, ребята, сегодня пишем контрольную. Она будет сложной. Можете начинать. За работу. О, сложно. А где мои карандаши? Они были тут. Это странно. Нет, здесь их нет. Эй, а ты кто? Неважно. О-о. Джулия, что-то не так? Ладно, достану ручку из рюкзака. Она должна быть где-то здесь. Я надеюсь. О, что это? Мило, но это не то, что мне нужно. А я могу пересесть? О, я как раз это искала. Нужно поработать над бицепсом. Ну и ну. Это вообще нормально? Понятия не имею, откуда это взялось. Хи-ха! Нет? Вообще-то это мне может пригодиться. Даже не буду время тратить. Ага! Что это? Это все твои вещи? Первый раз их вижу. О, точно, да, это мое. Прости. В чем дело, Джули? Куда ты смотришь? Кажется, у меня есть идея. О чем это ты? Возьму эту резинку. То, что нужно, спасибо. Что происходит? Это паук? Уберите его от меня! Я прикреплю резинку на блокнот. Мне понадобится клей. Затем я просто засуну под нее ручку. Вот тут я нанесу еще капельку клея. Он будет с блестками. Так намного красивее. Теперь можно взять и другую канцелярию. Линейку и циркуль, например. Здесь поместится все, что мне нужно. И я ничего больше не потеряю. Все всегда будет под рукой. Смотри, я это сама сделала. Джулия! Упс, точно. Контрольная. Совсем забыла. Паук был просто ужасным. Нужно скорее дописать контрольную. О, время вышло. Положите ручки. Я соберу работы. Фу, успела. Уже все? Но я же только начала. Дай сюда. Нет, подождите. Можно я допишу? Кажется, Джули получит двойку. Джули, ты меня расстроила. Но зато посмотрите, какой у меня блокнот. Обожаю свой новый чехол. Ух ты. Да, я знаю. Хочу посмотреть. Вау, тебе так повезло. А у тебя какой чехол? У меня, обычный. Да, я так и подумала. О, мне кто-то звонит. Нужно ответить. Вау, Джули, какая красота. Ну, приветик, день становится все лучше. Фу, как хорошо, что я оттуда выбралась. Эй, Наоми. Привет, Лео. У меня для тебя кое-что есть. Специально для тебя искал. Возьми. Спасибо, это так мило. Погоди. Лео, это как раз то, что мне нужно. Я положу цветы на пергаментную бумагу. А затем наклею сверху скотч. Хорошенько все разглажу. И затем вырежу цветы. Теперь можно снять пергамент. И приклеить цветы на чехол. И остальные тоже. Ух ты, получилось очень ярко. Ты это видишь? Но ведь я тут самая популярная. Уже нет. А мне такой можешь сделать, пожалуйста? Ты такая красивая. Твои волосы как золото. Что за... В чем дело? Тебе нужно лучше учиться. Это была худшая контрольная, которую я видела. В чем ее проблема? Она испортила волосы моей кукле. Подождите. Я получила двойку? Мама будет в бешенстве. Интересно. У меня есть идея. Да, это может сработать. Я нанесу клей на ногу куклы. Затем прижму ее к оценке. Теперь нужно аккуратно ее поднять. И можно исправить оценку. Ха! Никто никогда не узнает. И все это благодаря тебе. Муа! Так, внимание, класс. Показываю только один раз. Это очень сложно. Понятно? Она серьезно? Не смотри на меня. Итак, сегодня мы изучаем геометрию. Что? Я ничего не поняла. Так, ты уже видела Брайана? Эй, что происходит? Мы тут разговариваем.
Некоторые люди такие невоспитанные. Думаю, мне нужно нарисовать этот дурацкий треугольник. Насколько это сложно? Кажется, очень. На этот раз я воспользуюсь линейкой. Упс, ты что, издеваешься? Извините. Больше так не делай. О, она злая. Попробуем сделать это еще раз. О, да, так-то лучше. Что? Как такое вообще возможно? Я понятия не имею, как я это сделала. На этот раз точно получится. У меня хорошее предчувствие. Это неправильно. Энни, хватит дурачиться. Давайте представим, что вы этого не видели. В следующий раз точно получится. Интересно, как дела у Луны? Начнем. Линия здесь и там. Ладно, выглядит неплохо. Да, я довольна. Вау, мои глаза! А, у меня есть идея. Здесь должно быть что-то, что я могу использовать. Оу, это может пригодиться. Сделаем это. Я наклею скотч вдоль двух сторон пластика. Вот так. Затем нужно убрать верхний слой. Теперь я это переверну. И прижму, чтобы убедиться, что все хорошо прилипает. Это похоже на длинный карман. Я насыплю в него блестки. Всем нам нужно немного блеска в жизни. Я сделала разметку на картоне. И приклею его к пластику. Вау, мне нравится. Это лучшая линейка, которая у меня была. Теперь я могу нарисовать треугольник. Не подведи меня, котенок. Вау, это так круто. Вау, работает идеально. Я так завидую. Не надо, я и для тебя такое сделала. Правда? Ты лучшая? Да, я знаю. Мне так скучно. А я почти засыпаю. Глаза слипаются. Может быть, все-таки закрыть их на секундочку? О, Сани спит. Это мой шанс. Время для розыгрыша. Оп. Идеальное преступление. Пора приступать. Я отломаю кончик зубочистки. Затем мне понадобится тонкая полоска скотча. Я оберну его вокруг зубочистки и раскрашу ее. Небольшую часть нужно оставить чистой. Я раскрашу ее в розовый цвет и дам краске высохнуть. Затем я обмотаю зубочистку серебряным скотчем. Я хочу, чтобы это выглядело реалистично. Мне нравится. Теперь я могу снять скотч с острой стороны. Я налила черную краску в миску и окуну в нее кончик. Вау, отлично! Выглядит потрясающе! Сани будет в шоке. Лучше я положу их обратно ей на стол. И теперь проснись! Что? Где я? Что случилось? О нет, посмотри на свои карандаши! Что? Как? Поверить не могу! Они такие крошечные! Мы что, гиганты? Это так странно! Ага! Ты купилась! О чем ты? Твои карандаши здесь! Хорошо, это довольно смешная шутка. Вот, держи. Фу. Итак, я делаю складку по этой линии. Выглядит довольно просто. Подождите, можно мы начнем сначала? Ой, неважно, кажется, я поняла. Мэдисон, у тебя есть ножницы? А? Что? Мне нужны ножницы. А, сейчас. Они где-то здесь. Я посмотрю. Они точно были здесь? Я их видела. Подожди. Урок почти закончен. Просто дай мне секунду. У меня уникальная система хранения. Ой, ты проверила под бумагой? Синий или оранжевый? На это трудно смотреть. Подождите, я знаю, что делать. Мэдисон, посмотри. Что это? Тебе понравится. Сначала я сложу картон пополам. Затем мне нужно снова его раскрыть и сложить вертикально. Я сделаю складку вдоль края. Затем переверну лист и снова сложу его. Я сложу углы внутрь, как будто делаю бумажный самолетик. Я сложу стороны внутрь. Затем согну их. И можно переворачивать. И повторить этот шаг снова. Я сложу треугольник. Почти готово. Можно открывать. Это коробка. В нее поместится все, что тебе нужно. Вау, ты гений! Я впечатлена! Подожди, это еще не все. Положи все сюда. Так на твоем столе будет всегда чисто. Вау! Что бы я делала без тебя? Просто посмотри на мой стол. На нем никогда не было такого порядка. А вот и ножницы. Я знала, что они там. Держи. Спасибо. Мне нужно закончить поделку. Осталось сделать еще одну вещь. Это было приятно. Спасибо. Мэдисон, серьезно? Зачем я вообще беспокоюсь?
Это так скучно. Мы можем уйти? Число 1 – очень интересное число. Расскажу вам один забавный факт. Когда это все кончится? Я, пожалуй, вздремну. Эй, Мэдисон, проснись. Нельзя спать на уроке. Она крепко спит. О, я знаю. Это точно разбудит ее. А у меня есть возможность потренироваться в меткости. Мэдисон. А что? Зачем ты это сделала? Ты уснула. Ну и что? Ты серьезно? Хорошо, я не буду спать, но мне это не нравится. Может, это подбодрит меня? Подождите, у меня возникла идея. Мне понадобится черный фломастер. Я нарисую метки вокруг ободка. Они должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Теперь я возьму ножницы и сделаю надрезы. Мне нужно удалить 4 секции. Я сложу концы и сделаю отверстие в центре. Я проткну его соломинкой, затем сложу концы обратно. Я использую скотч, чтобы закрепить соломинку. Теперь я положу это во второй стаканчик и протолкну соломинку через основание. Сани, посмотри. Что это такое? Смотри, я поставлю это над бумажным шариком и потяну за трубочку. Это хваталка. Я и тебе одну сделала. Ого, спасибо. Урок стал интереснее. Есть. Что вы делаете? Я еще не дошел до самого интересного. Пожалуйста, продолжайте. Какая сложная контрольная. Привет, Сани. Привет, как дела? Я здорово потренировалась. Мне нужно сосредоточиться. Подумаешь, ты такая зануда. Саня, что ты творишь? Это невероятно! Выброси это в мусор! Что? Я работаю. Некоторые люди такие грубые. Хорошо, я сделаю это. Мне приходится делать все. Подождите, у меня есть идея. Да, это сработает. Я разрежу бутылку пополам. Затем я насыплю блестки в нижнюю часть. Вау, как они сияют! Я отложу это в сторону. Затем мне понадобится лист картона. Я вырежу из него круги и прямоугольники. Затем я их склею и положу это внутрь бутылки. О, выглядит потрясающе, мне нравится. Идеально подходит для моих карандашей. Вперед! Вау, здорово! Что скажешь? Неплохо. Я дописала контрольную. Что? Я совсем забыла. О нет, урок закончился. Кажется, я получу 2. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Вас тоже бесит, когда у телефона садится батарея и его негде зарядить? Нам понадобится 2 банана. Положим их на стол вот так. Ой, чуть не забыла. Нам нужно кое-что еще. Немного денег, точнее монетка. Вставим монетку в один из бананов вот так. Затем просунем ее в другой банан. Теперь берем зарядку и вставляем вилку в банан. Все готово. Подключаем телефон и смотрим, как он насыщается. Ребят, вы должны это увидеть. Это и правда работает. Вы отличная публика. Му-му-му. Ясно. Привет и добро пожаловать на шоу. Смотрите, сколько тут золота. Пау-пау, поприветствуем обладателя всех этих кубков, всеми любимую спортсменку Сани. О, хороший получился кадр. Здорово. Рада, что ты смогла к нам присоединиться. Расскажи, как ты стала героем баскетбола? Ну, не сказала бы, что я герой. Скорее, суперзвезда, знаете. Ой, прости, продолжай. Все началось, когда я была маленькой. Хочешь быть профи, тренируйся каждый день. Вот бы у меня было кольцо. Вон тот мусорный бак подойдет. О, почти. На секунду показалось, что я попала. Может, коробка от пиццы пригодится? А это может сработать. Похоже, у меня все-таки будет кольцо. Сначала откроем коробку, затем нарисуем круг чуть шире баскетбольного мяча. Разделим его на секции и разрежем их. Но только не до конца. Так, посмотрим. Вот здесь будет идеально. Приклеим крышку коробки к стене и легонько продавим круг. Саня выходит с задней линии. Мяч в кольце! Слэм-данк! Она будто парит в воздухе! Бум! Вам со мной не справиться. Думала, попаду. Никого нет. Будем считать, попала. Остальное, как говорится, история. Ой, не плачьте. Правдивая история аутсайдера. Вот, утрите слезы. Салфетку. Обожаю хэппи-энды. Кстати,
кстати, о пицце. Ты случайно не принесла с собой коробку? Ну, конечно, Эшли. Вот она. Та самая коробка, благодаря которой я стала чемпионкой. Ого, невероятно. Можно? Покажите, на что способны. Поехали. Да у вас талант. Наше время вышло. Спасибо, что пришла, Сани. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Это просто вынос мозга. О, да, двигайся. Какая мягкая. Смотрите, как вертится. О, ого, потрясающе. Вот бы и мне такую крутую игрушку. Может, Сани даст мне поиграть? Спокойно. Ого, вы только посмотрите, завораживает. Не страшно, если я спрошу. Эй, нет, не могу. Не выходит. Что это было? Мне это не нравится. Чего тебе? Вау, сбавь обороты, нам не нужны неприятности. Что, леденец? А я думала, неважно, это просто шутка. Эй, Сани, можно мне поиграть с пружинкой? Ты про эту? Минутку. Готово? Что? Нет? О, как грубо. Ничего, я справлюсь. Они все мои, а это лучше всех. Вечно ей достается все самое клевое. Стойте, у меня есть идея. Разложим стикеры вот так. Возьмем стикер Сани и приклеим остальные сверху. Чередуя цвета. Каждый стикер располагаем под небольшим углом. Надо, чтобы они были внахлёст. Продолжаем, пока не приклеим их все. У нас получится спираль из стикеров. Последние стикеры приклеим в точности друг на друга. Вот так. Это последний. Теперь, если мы их растянем, произойдет следующее. Круто, правда? О, точно. Она даже может спускаться по полочкам. Ого, и кому нужны эти спиральки? Весь день бы на это смотрела. Как красочно! Я сама сделала. Вау, как круто! Эй, Сани, смотри! И я такая. Да пофиг. Лили, смотри! Ого! Ага, знаю. Где ты взяла это, Эшли? Но! Ты сама это сделала? А мне такой сделаешь? Какая сложная контрольная. Но у меня есть телефон. Подождите секунду. Я чувствую запах шпаргалки. Ага. Алекс? Эмма, это не то, о чем вы подумали. У тебя большие проблемы. Ты знаешь правила. Я звонил маме. Что мне делать? Подождите, я понял. Дай сюда. О чем вы? Твой телефон. Подождите, его здесь нет. Вам, наверное, показалось. Я слежу за тобой, пристально слежу. Фу, чуть не попался. Но я ее обманул. Это просто фотография на телефоне. Я гений. Это было так смешно. Эй, обратите внимание. Математика, это вам не шутки. Это точно. Сани, смотри. Вау, это так круто. Врум-врум. Круто. Бип-бип. Ты классно водишь. У меня даже прав нет. Что здесь происходит? Дайте сюда. Никаких игр на уроках. Упс, извините. Больше никаких шалостей, я серьезно. О, а мне так понравилось. Лови, Сани. Вот. Отличный бросок. Продолжай. Але-оп. Перехват. Что я сказал? Не подавай виду. Он ничего не подозревает. Снова ничья. Это уже 20-я подряд. Ножницы победили бумагу. Никогда меня не подводят. Мой самолет готов. Вау, он взлетел. Осторожно. Я пытался предупредить тебя. Что-то мне нехорошо. Извини, это вышло случайно. Подожди, у меня есть идея. Мне понадобится лист бумаги. Я вырежу нолики и крестики. Это пока можно отложить. Теперь я возьму свою тетрадь и прикреплю к ней сетку. Получается доска для игры в крестики-нолики. Это поможет скоротать время. Давай. Я пойду первой. Я в этом деле профи.
Не будь слишком самоуверенным. О, что там происходит? Очень интересный урок. Спасибо, я стараюсь изо всех сил. Отлично. Люблю, когда на столе порядок. Отлично, я нарисую листик. Люблю природу. Я ужасно рисую. У Наоми все получается так легко, в отличие от меня. Сделаю, что смогу. Постойте-ка. Совсем забыла про эти стикеры. У меня такой скучный блокнот. Думаю, нужно попытаться его улучшить. Для начала я нарисую на бумаге круг, а в нем нарисую смайлик. Начну с глаз. Какой смешной! Теперь нужно это вырезать и положить на пергаментную бумагу. Затем я наклею сверху скотч и разглажу его, чтобы не было складок. Теперь можно вырезать. Выглядит отлично. Но нужно нарисовать еще. Потрясающе то, что нужно. Я сниму пергамент. И теперь стикеры можно клеить на блокнот. О, какая милая лягушка. Уже намного лучше. Это было так просто. Ух ты! Пс, Наоми! Да? Вау, Джулия, это так здорово! Можно я возьму парочку стикеров? Нет. Что? Ну, пожалуйста, пожалуйста! Ты не отстанешь, правда? Ладно, так уж и быть. Что? Половинка стикера? Дети, сосредоточьтесь. О, кажется, я придумала. Мне понадобится мой блокнот. Нужно кое-что исправить. Я сделаю из него полукруг. Теперь я нанесу клей. Нужно покрыть им всю обложку. Дальше я приклею на нее зеленый фетр. Сверху я приклею белый фетр. И, наконец, красный. Так-то лучше. Из черного фетра я вырезала слезинки. Это будут семена. И все, мой блокнот-арбуз готов! А? Знаю, впечатляет. Ничего особенного. Завидовать это нормально. Ух ты, потрясающе. Нужно посмотреть поближе. Это всего лишь блокнот. Я заберу это. Обожаю все, что связано с арбузами. Но что это было? Отлично. Добавлю это в свою коллекцию. Как-то тут жарко. Нужно охладиться. Намного лучше. Ох, какой ужасный урок. Будешь знать, как умничать. Я уже оделась. Кроссовки пока подождут здесь. Обожаю это спортивное худи. О, привет, Дженнифер. Привет, Кейт. Или как там тебя? Стойте, а это еще что? Не может быть, у нее такие же кроссовки. Они могут быть только у меня. Что-то же можно сделать. О да, это сработает. Тихонечко заберу. Получилось. Теперь надо их спрятать. Наверх. Выкуси, повторюша Кейт. Эй, а где мои кроссовки? Они же прямо здесь стояли. Дженнифер, куда ты их дела? Она всегда меня обижает. Как же быть? Я не могу пойти заниматься босиком. Эй, а шарики натолкнули меня на одну идею. Идите ко мне. Так, что же еще? Ты не лучше меня, Джен. Пора решить проблему с обувью. Надо положить шарик на пол и наступить. Весь воздух вышел, так что теперь можно спрятать хвостик. Отлично! И вторая нога. Готово! И я как будто в балетках. Ну все, можно идти заниматься. Что это на Кейт? О май гад, что у нее на ногах? Похоже, это шарики. Смешнее этого еще ничего за день не случалось. Смейтесь сколько хотите, мне все равно. Я пришла на фитнес, а не на показ мод.
Ого, этот парень может говорить. В его словах нет никакого смысла. Очень важно, чтобы вы это выучили. Это будет в контрольной. Я слышу только бла-бла-бла. Я знаю, что сделает урок интереснее. Снеки. Пока слушал, проголодался. Фу, сладкая-сладкая конфетка. Стойте. Мне послышалось, или кто-то шуршит фантиками. Приятного мне аппетита. И что ты, по-твоему, делаешь? Не круто, бро. Ты знаешь правила? Никаких снеков в классе. Это я забираю. И все остальное тоже. Что поделать? Проверим, настоящие ли конфеты. О, да, 100% сахар. На чем это я? Ладно, снеки запрещены. Но про газировку он ничего не говорил. То, что нужно. На этот раз я буду осторожнее. Надо ее спрятать. Он понятия не имеет. Стойте. Куда он делся? О, в смысле, как? Думаю, это мое. Как вы там оказались? Последнее предупреждение, Алекс. Отвернулся. Надо действовать быстро. Даже не смей. Что? Признай, я слишком хорош. Я с этим разберусь. Я был так близко, почти попробовал. Я за тобой слежу. Блин, а он лютый. Ладно, больше не буду. Погодите, мой клей. У меня есть идея. Думаю, это мне пригодится. Сначала уберем весь клей и промоем сам тюбик. Далее берем любимые конфетки. Спрессовываем их вместе. Нужно сформировать конфетный шар. Вдавливаем в него тюбик, чтобы вырезать частичку шара. Теперь аккуратно убираем остатки конфеты. Оставим это на потом. У нас получился сладкий карандаш. Покрутите тюбик, чтобы выдавить конфету. Все так, как я и планировал. А самое классное то, что никто ничего не заподозрит. Вкуснятина. Секундочку. Откуда этот восхитительный запах? Опять? Пахнет конфетами? Что? Нет, я об этом и не мечтал. Что-то я тебе не верю. Надо получше все рассмотреть. Да пожалуйста, тут ничего нет. Это просто мой обычный старый клей-карандаш. Неужели? Кажется, он не врет. Конфет не вижу. Что ж, наверное, я ошибся. Похоже на то. Если вы не против, мне тут надо кое-что приклеить. Как вкусно. А этот урок не такой уж и скучный. Немного тушевки. Я создаю шедевр. Ой, карандаш сломался. Почему это всегда происходит со мной? Это так раздражает. К счастью, я всегда наготове. Я ношу с собой точилку. Вот она. Тут много стружки. Нужно ее высыпать. Эй, осторожнее. Это что, шутка? Наверное, я сильнее, чем думаю. Ну конечно, как скажешь. Но это не решает мою проблему с карандашом. Что мне теперь делать? А, хорошо. А, Алекс, что ты делаешь? Я точу карандаш. Разве это не очевидно? А, нет, не совсем. Не помогло. Стоп! Что не так? Он того заслуживает. Положи биту. Отлично. Возможно, ты права. У меня есть запасной план. Нет! Что я должен делать? А, я помогу тебе. Можешь взять вот это? Это решит все мои проблемы. Я покажу тебе карандаш. Он будет красивым и острым. Так намного проще. Спасибо, Сани. Алекс, тебе нужно успокоиться. О чем ты? Думаю, этого достаточно. Повсюду валяется стружка от карандаша. Он потерял контроль. Еще, еще. Я хочу еще. Ты слышишь меня? Кажется, у него проблемы. Это уже слишком. Подождите, может быть, я смогу использовать эту бутылку? Да, я знаю, что делать. Я сниму крышку и сделаю в ней отверстие. Идеальный размер. Далее мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей вокруг отверстия, затем прикреплю к нему точилку и подожду, пока клей застынет. Затем я снова надену на бутылку крышку. Это как раз то, что ему нужно. Алекс, остановись. Вот, попробуй. Пустая бутылка. Подождите, там внутри точилка. Я попробую. Пожелай мне удачи. Вся стружка собирается в бутылке. Спасибо, Сани, ты лучше. Дай 5. О, нужно все высыпать. Что за? Да, так намного лучше. Как много конфискованных продуктов.
Но правила есть правила. Ничто не пройдет мимо меня. Ой, у меня в животе урчит. Может быть, я быстро перекушу? Никто ни о чем не узнает. Ммм, шоколад. Как вкусно. Ой, я чуть не уронила конфеты. О-оу, это нехорошо. Пора идти на урок. И мне лучше выглядеть устрашающе. Стоять. Ты же знаешь, что в классе запрещено есть. Никаких конфет и чипсов. Это шоколад у вас на лице? О чем ты? Ммм, но есть все равно не разрешается. Это несправедливо. Воу! О, ну ничего себе. Подождите, мои вкусняшки. О, этот день становится только хуже. Я так хотела их съесть. Нужно все собрать. Посмотрите на этот беспорядок. Мармеладные мишки всюду разбросаны. Минутку. Посмотрите на это. Солнце их расплавило. Ничего себе. Эй, у меня появилась идея. Я сниму ластик с карандаша, затем я вставлю соломинку, вот так, и отрежу лишнее. Это выглядит примерно так. Теперь я возьму зажженную свечу, я растоплю над пламенем мармеладного мишку. Ммм, как вкусно пахнет. Я хочу, чтобы он превратился в жидкость. Затем я вылью жидкость в соломинку, вот так, осторожно, и подожду, пока мармелад застынет. Секретные мармеладки. О, да. Это снова ты. У меня нет еды. Ого. Какие вкусные чипсы. Фух, получилось. Думаю, я заслужила угощение. Ммм, это так вкусно. Это как раз то, что мне нужно. Класс. Мой шедевр почти готов. А, это будет висеть в музее. Погодите, это рисунок Джастина? Блин, намного лучше моего. Может, если прищуриться? Да кого я обманываю? Это ужасно. Сейчас вернусь. Надо выбросить карандашную стружку. Хотел бы и я создавать нечто подобное. Секундочку. А может, я смогу? Мне только нужна пищевая пленка. Положим ее на рисунок и рисуем прямо по ней. Нужно просто обвести контуры. Это так просто. Я гений. Наверняка все великие артисты так и делают. Я не копирую, а вдохновляюсь. Теперь поднимем пищевую пленку и положим ее на чистый лист бумаги. Перенесем чернила на бумагу с помощью скалки. Та-да! Выглядит классно! Смотри, что я сделал, Джастин. Не может быть! Точь-в-точь, как у меня. Удивительно. У великих мысли сходятся. Мы такие талантливые. Отбей, приятель. О, да. Недаром мы лучшие друзья. Сложная домашка. Стойте. Что это было? Я ничего из этого не понимаю. Чушь какая-то. О нет, формулы. Они размножаются. Оставьте меня в покое. Ты завалил контрольную, Джастин. И я этому рад. Что это за шум? О, тут точно останется шишка. Комната что, вращается? Не, наверное, просто сотрясение. В чем дело, приятель? Почему физика такая сложная? Я совсем ничего не понимаю. Я завалю контрольную. О, моя голова. Дай мне минутку, приятель. Надо бы пластырь наклеить. О, неприятненько. Надо быть повнимательнее. О, так-то лучше. Что? Пап, это же намного важнее. Мне нельзя получить двойку. Тебе просто нужно заниматься. Я пытаюсь, но все время все забываю. Погоди, придумал. Вот это правильный подход, Джастин. А? Да я про пластыри. Дай-ка. Это решение всех моих проблем. Прощайте, двойки. Оторвем защитную пленку с пластыря. На этом кусочке бумаги все мои формулы. Поместим его по центру пластыря. И все ответы будут у меня под рукой. Я сдам все на отлично. О, как больно. О, а что с тобой случилось? Рана еще свежая, не хочу об этом говорить. Но контрольную все равно писать придется. О, конечно. Жду не дождусь. Удачи, она тебе понадобится. Это вы так думаете? Отклеим пластырь. Тут все, что мне нужно. Признаете, довольно умно? Я думал, у нас урок рисования. И почему я не готовился? Мне никогда не сдать. Секундочку. Препод отвлекся. Это мой шанс. Надо действовать незаметно. И что бы я делал без своего телефона? Это то, что нужно. Итак, вы получите ответ.
Итак, когда вы это сделаете, что там происходит? Это что, телефон? Ха-ха, теперь меня ничто не остановит. Да неужели? И давно вы здесь? Достаточно. Давай сюда телефон. Я в тебе разочарован, Алекс. А теперь дописывай. Невероятно. Да-да, ладно. Ну и что, что он забрал телефон? Чипсики-то он оставил. В них есть секретный ингредиент. Ответы. А главное, потом я могу поесть чипсы. Да он издевается. Мне кажется, за мной кто-то наблюдает. Наверное, показалось. Чипсы для меня не стоило. Опять. Остается только одно. Ты это заслужил. О, как приятно. А теперь вон отсюда. Какой вы грубый. О, заплачь еще. Это так нечестно. Что случилось, приятель? Я получил 2, пап. Я так старался. Не расстраивайся. Погоди-ка. Кажется, я знаю, как это исправить. Сначала отделим рукоятку от лупы. Далее берем картонную трубку. И размещаем ее на лупе. Закрепляем ее с помощью клея. Проходимся клеевым пистолетом по краю. Затем берем красный скотч. Обернем им лупу. Только аккуратно. Держи, Алекс. Это решит все твои проблемы. Ну что это? Приложи к глазу. Я сейчас вернусь. Подожди. Посмотри вот сюда. Что? О, я понял. Я вижу все ответы. Потрясающе. Так, время экзамена. Будет дьявольски сложно. Я в себе весьма уверен. Все так говорят. Можешь начинать? Все равно завалишь. На меньшее я и не рассчитывал. Ну же, пап, где ты? Неа, это дерево. Я знал, что маскировка сработает. Алекс, я тут. Отлично. Я знал, что ты меня не подведешь. Спасибо, пап. А? Ты что-то сказал? Что он делает? Здесь что-то не так. Надо разобраться. Пока все идет хорошо. Что здесь происходит? Ничего, не понимаю, о чем вы говорите. Вот, посмотрите. Ладно. Там какой-то странный строитель. Веди себя, естественно. Кажется, все в порядке. Кажется, я в тебе ошибся, Алекс. Пронесло. Поверить не могу, что у меня 2. Нельзя, чтобы мама это увидела. Но я знаю, что делать. Пройдусь по оценке утюжком. 2 исчезает. Просто магия. Ой-ой, мама идет. Надо поспешить. Думаю, я заслуживаю 5+. Что там происходит? Джина, ты уже дома? О, привет, мам. Я узнала результаты теста. Минутку. Посмотрим. О, нет, это конец. Я так горжусь тобой, милая. Умом ты явно пошла в меня. Конечно, мам. А пронырливость у меня от папы. Фух, получилось. Думала, опоздаю. Ладно. Где моя тетрадка? Жаль, нельзя пересесть. А, вот она. О, что это? Блин, карандаш соскользнул. Класс. И ластик весь стерся. Привет, как дела? У тебя нет ластика? Конечно, секунду, ластик у меня точно где-то был. Где же он? Сколько у тебя хлама? Я уже жалею, что спросила. Погоди, я знаю, где он. Прости, не могу найти. О, ничего, стой, что это? О чем это ты? А, вот где он спрятался. Спасибо, это было странно. Надо бы прибраться в рюкзаке. Стой, я больше не могу терпеть. Думаю, я могу тебе помочь. У меня есть то, что нужно. Берем лист картона и складываем его втройне. Сгибаем одну из сторон, проклеим ее по краю, а затем прижмем у нее вторую сторону. Убедитесь, что приклеилось хорошо. Добавим немного клея сверху. Теперь согнем картон пополам, как будто конвертик. Положим его на бок, сделаем еще парочку из разноцветного картона. Получилась радуга. Обернем их куском фоамирана и приделаем липучку. Далее сделаем из фоамирана мордочку единорога. Похоже на кошелек и выглядит очень мило.
Держи, это тебе. Ого, ты сама сделала. Невероятно. Вау, вы только посмотрите. Тут есть место для всех моих вещиц. Скорее бы опробовать. Это то, что мне было нужно. Идеально. Кажется, это все. Есть хочется, надо перекусить. Кажется, у меня было что-то в рюкзаке. По крайней мере, я так думаю. О, не переживай, у меня для тебя кое-что есть. Вот, знак благодарности. Что? Как это туда поместилось? Эй, я не жалуюсь, я их просто обожаю. О, не выходит. О, нет. Нет. Не подходи ко мне. Беги, беги. Тебе все равно никуда не деться. Давай все обсудим. Я просто хочу посмотреть на твои оценки. Она ни за что не сдастся. Эй, Джина, нет! Что ты наделала? Зачем ты это сделала? Прости, я не специально. Скорее, давай помогу. Не могу найти крышку. Стойте, кажется, я знаю, что делать. Должно сработать. Нам понадобится кукла, но точнее ее голова. Оторвем ее от туловища и приделаем к бутылке клея. Покрутим, чтобы она держалась прочнее. Эй, а мне нравится. Теперь давай оценки. Только поторопись. Ого, надавим на бутылку, чтобы клей вытек. Как будто сопли, противненько, но прикольно. Отлично сработало, приклеим контрольный. Никто ни за что не узнает. Моя очередь. Следи за учительницей. Ого, просто класс. Отличная работа, Венди. Прощай, двойка. Привет, пятерка. Как раз вовремя. Ну, наконец-то. Я жду результаты вашего теста. Посмотрим на ваши работы. Держите. Смелей. Я удивлена. Молодец, Джина. А у тебя что, Венди? Моя оценка. Та-да! Еще одна пятерка с плюсом. Ого, я была уверена, что ты завалишь. Отличная работа, девочки. Секундочку, а это что? Ох уж эти дети. Это мое. Спокойно. Фух. Мне всегда идут колпаки. Кажется, все готово. У меня тут торт и чай. А вот и гости. С днем рождения! О, не стоило. О, какой аппетитный торт. Секундочку. Какой торт? Без чая? Сейчас поставим чайник. Саня, остался только один пакетик. Там больше нет. О, что ж, ты бери. Нет, ты же мой гость. Возьми ты. Неа, он твой. Я настаиваю. Все в порядке. Возьми. Прошу. Я не хочу. А я думаю, хочешь. Возьми пакетик. Хватит. Я знаю, что делать. С кем ты разговариваешь? Смотри. Сначала оторвем от пакетика нитку. Затем раскроем его. Теперь берем ножницы. И аккуратно разрезаем пакетик посередине. Тут нужна точность. Разделим его на 2 чайных пакетика. Показать фокус. Та-да! Ого! Да ты ведьма! Ставь чайник. Не терпится попробовать. Теперь разрежем торт. Конечно. Как освежающе. Спасибо, подружка. А Джастин танцевал с Луной. Габи их видела. Да ладно. Габи была в ярости. О, еду принесли. Приятного аппетита. Я такая голодная. Выглядит вкусно. Обожаю хлопья с молоком. Что? Куда они делись? Попробуем еще раз. В чем дело? Что за шум? Кажется, моя ложка сломана. С ней что-то не так. Ты шутишь, правда? Официант, подойдите. Что-то не так? Вы мне скажите. Вот. О, мадам, не переживайте. Я сейчас все исправлю. Нужно хорошенько ее поколотить.
Ты это видела? Я сюда больше не ногой. Еще чуть-чуть, а это сложнее, чем я думала. Что? Что происходит? Не идеально, но свою работу сделает. Надеюсь. Другое дело. Но неужели было так сложно? В следующий раз не ошибитесь. Ты же могла просто перевернуть ложку. Ну, как нормальный человек. Видишь, это просто. Ты же понимаешь, о чем я? Перевернуть ложку? Ладно, попробую. Стой, что происходит? Ну вот опять. Поверить не могу. У меня сейчас голова разболится. Перевернуть ложку? Что? Ничего бы не вышло. Что ж, день прошел, в кармане доллар. Стойте, посмотрите на эти ложки. Они все сломаны. Наверное, бракованная партия. Только не в мою смену. Надо все исправить. Зато это отлично снимает стресс. И мне за это платят. Работа мечты. Сегодня я подготовила для вас кое-что интересное. О, что это? Прекрасная радуга, правда? Все в порядке, аплодисментов не нужно. Это ваше следующее задание. Звучит неплохо. Стоп, у меня нет фломастеров. Это будет весело. О, у Наоми столько фломастеров. Эй, подруга. Нет, я не дам тебе фломастеры. О, да брось. Почему ты такая злая? Отлично, это все, что мне нужно. Ой, ладно, вот, возьми. О, спасибо. Стоп, а что мне делать с ножницами? А теперь можно я продолжу создавать свою радугу? Для начала я раскрашу обложку блокнота. Я начну с угла и буду использовать разные цвета. Они должны немного смешаться. Получится необычный эффект. Теперь нужно заклеить обложку прозрачным скотчем. А сверху нанести черную акриловую краску. Нужно, чтобы слои были ровные. И я оставлю все высыхать. Теперь мне понадобится ластик. С его помощью я сотру краску. Хочу сделать диагональные линии, а под ними будут видны цвета. Ух ты, мне нравится. О, шикарно. Да, я знаю. У меня так не получится. Нужно все обдумать. Я не настолько талантлива. Стоп, может я смогу использовать резинки для волос? Нужно попробовать. Нужно больше резинок. О, вот зеленая. А есть другие цвета? Джулия, все в порядке? Я сейчас вернусь. Это было рискованно. Но зато у меня есть все, что нужно. Ух ты, красиво. Мне понадобится горячий клей. Я нанесу капельку клея вот тут. И приклею сюда кусочек резинки для волос. Также я сделаю с остальными цветами. Вся обложка должна быть заполнена. Ух ты, получилась настоящая радуга. Что скажешь? Красиво, да? Ух ты, как ты это сделала? Так тебе нравится? Ого, вы уже закончили? Это было просто. Мне нравится такое контрастное сочетание. Ух ты, потрясающе! Похоже на украшение на моем пиджаке. Понятия не имею, о чем вы. Стоп, у меня их было больше. Джули, что ты натворила? Стоп, Джули, куда она пропала? О, ну что за дети? Не может быть! О боже! Кевин такой милый! Что ты делаешь? Разве он не лучший? Я могла бы наблюдать за ним весь день. Вау, посмотри на это! А нет, урок начался. Доброе утро! Сегодня мы пишем контрольную. Миссис? В чем дело, Бетти? Наоми смотрит на мальчика в телефоне. Наоми, убери телефон! Сейчас у нас урок. Что? Но это же Кевин. Это несправедливо. Ты такая зануда. Я все правильно сделала. Не волнуйтесь, я вас прикрою. Я всегда могу на тебя рассчитывать, Бетти. На чем я остановилась? Не могу поверить, что ты это сделала. Может быть, я быстренько посмотрю? Даже не думай об этом. Но, может быть, он тренируется. Я не могу устоять. Мне нужен Кевин. Это так сложно. Я тебя предупредила. Посмотрю одним глазком. Подождите, я поняла. Я знаю, что делать. Я быстро сделаю селфи и положу свой телефон вот сюда. Потом я распечатаю свое селфи. Я вырежу его и наклею на свой телефон. Отлично. Смотри, Бетти. Что?
Ты не можешь так поступать! Мисс, катастрофа! А? Что такое? Я не понимаю, в чем проблема. Посмотрите на нее! Разве вы не видите? Телефон! Он здесь! А? Смотрите! Прекрати, Бетти! На! На этот раз ты выиграла, Наоми! Но это еще не конец! Шш, Кевин танцует! А мне можно посмотреть? Нет! А Х равен 5. Вау! Перемена! Пора пообедать! Звучит неплохо! Оу, ну наконец-то! Обожаю шоколадные яйца! Они вкусные, а еще с сюрпризом внутри! Оу, я забыла свой обед! Но ничего страшного, я знаю, что делать! Оп! Так вкусно! Я ни о чем не жалею! А где мое яйцо? Оно лежало здесь! Что-то не так? Нет! Не может быть! Воровка! Я должна была догадаться! Она делает это постоянно! Минутку! У меня есть идея! Я сейчас вернусь! Ага! И принеси шоколад! Мне понадобится яйцо, а еще соломинка и клей! Я выдавлю клей на скорлупу! Вот так! Затем прижму к яйцу соломинку! Теперь нужно подождать, пока она приклеится! Но это еще не все! Я окуну яйцо в растопленный шоколад. Выглядит аппетитно. Затем можно завернуть его в фольгу. Выглядит довольно правдоподобно. Я заверну края. Наоми не должна догадаться. Готово. У меня есть кое-что для тебя. Я знаю, как они тебе нравятся. Спасибо, шоколада много не бывает. Наслаждайся. О-о-о! Какая гадость. Так тебе и надо. Это будет уроком для тебя. Это сырое яйцо! Фу. Зачем ты это сделала? В следующий раз не забывай свой обед! Это было отвратительно! Не-не! Искусство – это выражение человеческой души! О чем вы говорите? Я здесь! А? Как обычно, с опозданием, да, Наоми? В общем, сегодня у меня для вас интересная тема. Мы будем вдохновляться матушкой природой и одним из ее милых маленьких творений. Я хочу, чтобы вы нарисовали белку. Не забудьте про ее очаровательный хвост. Хорошо, это я могу. Это несложно. Так держать, Бетти. О, кто-то мне звонит. Алло? О, привет, дорогая. Мне нужно ответить. Все идет хорошо. Я люблю рисовать красивые картинки. Эй, поступай, как знаешь. У меня есть дела поважнее. Например, макияж. Именно поэтому ты всегда получаешь двойки, да? Что? Я художница. Я шедевр. А еще я скромная. Мне нужно закончить рисовать белку. Обожаю эту помаду. О-оу, учительница вернулась. Он хочет пригласить меня на свидание? Вау! Еще 5 минут, девочки. Мне нужно в туалет. Мне очень нужно в туалет. Оу, иди, Бетти. Я знала, что не нужно было пить 3-ю бутылку газировки. Мне нужно поторопиться. Как нарисовать белку? Это сложнее, чем я думала. Может быть, я... это ужасно. Что же мне делать? Подождите. Мне нужен рисунок Бетти. Вау, неплохо. Она талантлива. Надо отдать ей должное. Я покрою рисунок пищевой пленкой. Отлично. Теперь я могу обвести рисунок. Я буду рисовать прямо на пленке. Нужно просто обводить линии. Это очень просто. Почему я не подумала об этом раньше? Теперь лапки. А потом глаза. Почти готово. Вот и все. Это потрясающе. Я сниму пленку, затем я переверну ее и положу на лист бумаги. Нужно перенести чернила. И скалка отлично справится с этой задачей. Теперь можно убрать пленку. И рисунок белки готов. Мисс, что скажете? Позволь мне взглянуть. Та-да, надеюсь, вам понравится. Еле успела. Что я пропустила? Нет, этого не может быть. Замечательно, Наоми. Вы так добры? Но ее рисунок выглядит точно так же, как мой. Я не понимаю. Что происходит? Бетти, ты скопировала рисунок Наоми? Что? Нет, это она скопировала мой. У всех есть свои тайны. Я ужасно злюсь. Какая сложная контрольная. Так вот, значит, как. Я знаю, что вы делаете. Оу, она нас раскусила. Я не знаю, что это такое. Очень правдоподобно.
Вау, она злится. Вы знаете правила. Нужно действовать быстро. Мне очень нравится мой новый лак для ногтей. Она никогда не узнает. Здравствуйте. Не строй из себя невинность, блондинка. Что? На что вы смотрите? Это просто мой пенал. Правда? Ручек много не бывает. Я наблюдаю за вами. И что здесь происходит? Ау, я вас не заметила. Кстати, отличная контрольная. Такая трудная. Ау, это так мило. Ладно, это было неожиданно. Вот бы все были такими, как Наоми. Она такая хорошая ученица. Я знал, что мне ничего не выйдет. Ну и ладно. Наконец-то я дома. Ну и денек. Подождите, у меня есть домашнее задание? А, да ладно. Отлично. Думаю, нужно быстро его сделать. Надеюсь, это не займет много времени. У меня есть дела поважнее. Терпеть это не могу. Мне так скучно. У меня глаза закрываются. Вау! Ау! Моя голова! Что только что произошло? Дурацкое домашнее задание. Это все твоя вина. Лучше я немного развлекусь. Настало время игр. А, да, это мне нравится больше. Вперед, вперед, давай. Надо сосредоточиться. Это самая сложная часть. Вау, пронесло. Я сделаю это. Я выиграю. Подождите. Что это было? Наверное, показалось. Я в ударе. Ничто не может меня остановить. Осторожно! Ух, я выиграла. Это было непросто. Эй, Бетти, что ты... Ау! Моя хрупкая, нежная голова. Зачем ты это сделала? Извини, клавиатура сломалась. Сломалась? Подожди-ка, у тебя есть домашнее задание? Но... А как мне теперь печатать? Я знаю, как это исправить. Доверься мне. Мне понадобится глина для лепки. Я начну с коричневой. С помощью стекла я сделаю ее плоской. То же самое я проделаю с разными цветами. Идеально. У меня есть все, что нужно. Теперь настало время собрать бургер. Эта деталь будет первой. Затем я сложу остальные. Отлично. Папа? Шип-шип. Что такое? Продолжай печатать, продолжай. О, какая крутая песня. Пожалуйста, прекрати петь. Это очень отвлекает. Серьезно? Они даже свое имя написать не могут. Это худшая контрольная в мире. Ручка не пишет. Наверное, чернила закончились. Потрясу-ка ее хорошенько. Сделаю вид, что ничего не случилось. Возьму вот эту. Упс. Нужно ее поднять. Есть. Так, на чем я остановилась? А? Куда подевалась моя ручка? Она ведь была здесь. И что мне делать? Как я проверю контрольные? Секундочку. Клеевой пистолет на месте. То, что нужно. Он никогда не подведет. Я возьму свое кольцо и нанесу на него клей. Затем прикреплю к нему ластик. Теперь мне понадобится красный клей. Им я нарисую букву F. Пусть высыхает. Я сделала еще букву A. Но думаю, использовать ее я буду нечасто. Пора проверить работы. Двойка. А тут что? Пятерка. Я удивлена. Так намного быстрее. Жаль, что я не подумала об этом раньше. Готово. Ребята, я проверила работы. Что за... Мои ручки! О-оу. Что происходит? Ничего. Я могла бы и догадаться. Это Наоми придумала. Эй, неправда! Я очень зла на вас. Хотя мне нравятся мои кольца. А ладно, проехали. О, нужно отрастить ногти. Мне так нравятся эти цвета. А урок будет? Да, совсем забыла. Все нормально, мы подождем с удовольствием. Сегодня мой первый рабочий день. Это заметно. Берите карандаши и рисуйте. Нам это не нужно. У нас есть свои карандаши. С ними намного интереснее. Думаю, я лучше возьму фломастер. О, красивый цвет. Я нарисую сердечки. Что-то мне не нравится. Попробую еще раз. Я сотру это. Любопытно. У меня есть отличная идея.
Получится очень красиво. Я сделаю надрезы в ластике и уберу некоторые его части. Получатся разные формы. А теперь мне понадобятся краски. Получилось что-то вроде штампа. Круто! Ух ты, очень красиво. Я закончила. Теперь можно заняться прической. Мне так нравится урок. Ух ты, здорово! Вот бы и мне придумать что-то интересное. Но с колпачком такое не сделать. О, упс, что же я наделала? Все стало еще хуже. Секундочку, я знаю, что делать. Можно одолжить твой утюжок? А? О, хорошо. Спасибо. И мне понадобится кое-что еще. Немного пенобумаги. Идеально, за работу! Сначала я нагрею пенобумагу. Затем положу ее на ручку и придавлю шариком. Получится выемка. Затем я вырежу ее и по краям нанесу клей. Из блестящей пенобумаги я сделала сердечко. И еще обернула ею колпачок фломастера. Круто! Ух ты, я сделала еще несколько. Они такие забавные. Эй, Наоми, что? Смотри. И на что мне смотреть? На фломастеры. О, куда они подевались? Поверить не могу. Эй, это мое. Я такая стильная. Но я так старалась.